В Гомеле завершилось открытое первенство по конному спорту. Лучшего определяли на площадках областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. В турнире участвовали юниоры, молодежь и взрослые. В программе соревнований – конкур и выездка. В преодолении препятствий спортсменам предложили два маршрута. В категории до 100 сантиметров призовые места заняли Дарья Рубаник, Наталья Денисенко и Ксения Болдуева. У них первое, второе и третье места соответственно. В категории до 80 сантиметров золото у Сергея Серикова, серебро у Натальи Денисенко и бронза у Алвина Гричуха. В выездке в категории «Предварительный приз» среди детей лидировали Илья Косенков, Ксения Шабалина и Виктория Сафронова. Среди юниоров – Ксения Кравченко, Алина Преснякова и Елизавета Дорохина. В категории «Манежной езды» командный приз – первое место у Виктории Тельник, второе и третье – у Екатерины Пресняковой. В выездке участвуют спортсмены юношеского возраста, которые будут участвовать в основном в Олимпийских днях молодежи.